Себастьян Грейв здесь. Иди в его номер и соблазни его. Я скоро буду. Отлично. Мой кал сейчас протолкнут. Мистер Шелтон. Вот это я понимаю. Обслуживание. Я едва успел позвонить. Спасибо, что так быстро пришли. Надеюсь, и вы меня не разочаруете. Да уж. Хорошо. Прошу, идите за мной. Сюда, пожалуйста. Не лучшее место для этого. Что? Почему? А вы предполагаете, где? На кровати. Но на кровати? Я не животное. Я не делал этого на кровати недель 5. Может, для начала я вам все покажу? А вдруг я его увижу и сразу без ума влюблюсь в вас? Ну, риск невелик, если честно, но... Там ого-го. Как здорово. Он твердый. Но... Ладно, постараюсь вспомнить. Но верхняя часть, ну, очень твердая, прямо аж до боли. Потом такая средняя мягкость, но у основания опять очень твердый. Рассказать, что я с ним делаю? Нет. Я беру его в руку целиком и нежно поглаживаю. Ясно. Это очень необычно. Да. Да? А потом целую его. Целуете? И заглатываю до основания. Ам-ам-ам. Да это какая-то жесть просто. Я думаю, у него вкус клубники. А я думаю, у него вкус кебаба с двойным соусом карри.